сегодня мы приехали в город Бумика! Мы сейчас будем лететь на ракете! Гномиков не видать? О, смотрите, тут гномик бежит! Где? Где? А, точно, пойдем за ним! Волшебная. О, Регишка, пойдем туда, там открыто. Ёжик, ты не против, чтобы я расположила свое партишко? Ага, давно не виделись, девчонки. Привет! Привет! Узнали меня? Я лесной гномик! Ой, привет, привет! Помнишь, мы с тобой в сказочном лесу встречались? Девчата, а хотели бы вы поиграть в мячик? Конечно бы хотели в мячик поиграть. Девчонки, только мячик-то не простой, а волшебный. Не боитесь? Нет! Ну тогда идите прямо по главной улице и слева на крыше найдете мячик. Ну, в путь! Мне кажется, Регишка, гномик нас обманул. Этот мячик – обычный мячик. Что ж здесь такого? Обычный мячик. Ничего не волшебный, просто желтенький. С блестками мячик. Попробуем-ка мы. Регишка-то в котика превратилась. Значит, гномик был прав. Мячик-то волшебный. Ай, я теперь могу по-человечески говорить и по-кошачьему. Мяу, 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 мяу. Вау, какие у тебя коготки. Какие у тебя глазоньки. Какой у тебя носичек. Кисунька, пойдем с тобой поиграем. А, я тебе могу на четырех лапках уходить. Ой, какой у тебя хвостик красивый. Я тебя поцелую и догоню я тебя. Сестренка, ну ты же моя сестренка, не обижай меня.
спрятали на эту крышу. Я умею стену обраться. Да, конечно, классный город гномиков, но я все равно пойду и скажу гномику, чтобы он обратно вернул мою сестру. Я тебя искала. Верни, пожалуйста, мою сестренку. Просто нам же пора возвращаться. А сестренку мы кишуню, наверное, не возьмем. Потому что у нас кошки там не водятся. Ну, слушай меня внимательно. Берешь этот волшебный мячик, крутишься 3 раза вместе с мячиком и кидаешь этим мячиком в свою сестру. И она должна обратно превратиться в девочку. Рис, кидаем! Сестренка, наконец-то ты вернулась! Да, в классном же мы городке гномов побывали. Ребята, а вы были в таком городке? Напишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока! А мы побежали к ящине. Ну, пока-пока, девчонки. Еще обязательно увидимся. До скорых встреч в сказочном лесу.